Зови косу на две ручки, на две маски. А сначала отправь. Чем здесь? Что теперь на маске? Уже как раз та булочка затекла. Маски будут сегодня? Hello. Слышно нас? Да. Что? Что? Ну. Наталья, у вас новая укладка. Да, я уложилась, пока вы там тупили. Мы не тупили. Правда, Виталий? Вот визажист не успел свое дело сделать. Мы выясняли отношения. Так это, в принципе, вы делаете каждую минуту. Ничего нового. Как таких земля носит? Я сама ваша. Людей больше заходить стало. И я посмотри, какая жизнь. Я тебе говорю, там осталось 25 человек в прошлый раз, когда вы... Бля, где резинки? Людей. Мы были в мертвой зоне. В отвратительной зоне мы были. О, как фитона. Смотрите, какая у меня прекрасная прическа. Блядь, я потрогала этот флакон. Ну все, блядь. Теперь Наташ. А. Ну, Сифа. Сифа. Матильда. Да нет. Матильда. Если он просто может ударить другой, они все три разобьются. Тут такая система. Оксана, привет! Ой, блядь, кого, какого красивого дяденьку нам в эфир принесло. Смотрите, мы немного выдохлись. В прошлом эфире было, конечно, смешнее. Мы уже просто устали. Мы поругались, не общаемся. Да. Вот, хотя бы заговорила. А теперь я тебе твои монеты отомстю. Давай, ты заговори. Сейчас, ты сейчас будешь туда смотреть, а я буду да на тебя сесть. Стрёмная. Вот так вот. Нравится тебе? Как я тебе сегодня сказала, ты какая шероховатая? Шершавая. Шершавая. Сиди там. Ой, пиздец. Да, не матерись, тут дети. Как-то с Лиском Юлю жалко, вот люди пишут. Чего? Согласна. Я знаю способ, как справиться. Вы знаете, как она меня дрюкает? Оксан, жалко. Ну, как бы, я знала, что ты на моей стороне. Это Оксана там жалеет? Нет, Оксана... Оксана тоже. Оксана смотри, просто дает советы, как выйти из этого. Оксана дает совет, с какой стороны тебе треснуть. Мне кажется, я сейчас делей получу. Юля, ты такая поеплю. Куда ты плюнула? Ты вообще стрёмная, блин. Что сделала? Ты пролила колу на мой зад. И это была вода. И да. Это вообще-то моя ты машина. Ты кого показываешь? Себя. Тебя посадят. Она еще тут харкается. Сидит вообще. Наташ. А. Повлияй. На меня приеду. Никто не может повлиять. Приеду, да, разберусь. Ладно, на меня может повлиять только один человек, но он занят. Чем? Не знаю. Влияет? Хуй греет, влияние... Чем, блядь? Ходит, греет хуй. Алён. Это ужасно. Алён. А это правда, что ты хочешь белую машину следующую? Да. Это ты где взяла? Ну, это из НГС. Оксан, выходи, мы тут чуть отъехали. Ну, тут пару домов пройти. Оксан, мы стоим на Гоголя, где дом с синей пикой. Блинная, что ли? Нет, какая блинная. Нет, тут связь хорошо ловит. Тут все для стоматологии. А, да, все прям? Конечно, сейчас зубы в щепки полетят. Все тут рядышком. Надо мной шутить, если... Вот смотрите, вот вы сейчас смотрите, вот вы сейчас смотрите. Скажи мне, я запишу стояшку, да?
через экран. Как будто старяшку смотрите, правильно? И как будто бы какого у меня цвета футболка, розового или бирюзового? Да это я тебе в WhatsApp скинула, почитаешь, научное обоснование. На челюсть, на мою нижнюю, смотрите. Видите? Она кривая. Вот меня так. Это должно ебать или нет? Плюс-минус. So-so, 50-50. Ох, нихуя, Юль, ты ее поднатаскала. 50-50. Но. Я еще знаю no money, no problem. No funny. No funny, вообще-то. No funny, вообще-то. Funny! Почему funny? Funny это не смешно. No money, no funny. Funny это смешно. А no funny это не смешно. А funny это вообще-то мед, блядь. Да. Что? Ну чё? Ну это мёд. Же такой этот, мёд. Ну-ка забей. Что? Ладно, я сама думаю. Ну-ка погугли, кто из нас прав. Мы прошлый запрос в гугле Юли, пони это маленькие лошади. No money, no honey, Натали. Ну, блядь, у меня honey дохуя, вот полный этот. Но знаете? Что такое хани? Ну, это же образное выражение, понимаешь? А что такое хони? Мёд, мёд. Ну, нет денег, нет мёда? Ну, это типа сладкая жизнь. Это прямой перевод, а так, типа, да, короче. Ну, сладкая жизнь, типа. Нет лавешек, не будете сладкой жизни. Ну, типа того. Угу. Чё она пишет? Стрёмные мы. Странные. Странные. Ты по-русски, что ли, не понимаешь? Я не вижу, там мелко далеко. Ну, сейчас покажу. Пишите крупнее. Людям не видно. Кап с лёком, пожалуйста. Если по-английски, то с переводом. А капслок это как переводится? Капслок. Большие буквы. Блять, это смысл, но не, блядь, не перевод. Ну, капслок. Ну, лок, типа, переключать. Да, а капс? Ну, переключить на этот, наверное. На капс. Типа на большие буквы. Я устали у большой дороги, здесь очень громко. Говорит, почему вы не поедете? Перекричать дорогу. У вас нет такого места, где можно смотреть там на, ну, на реку, на какую-нибудь, на озеро, там, я не знаю. Есть. Вы подождете? Поедете с нами? Так можно ехать. Нет, не можно ехать, уже мы поняли. Она думает, что если у нее телефон в руках, то все. Что все? Я просто, мне некомфортно, мне надо сосредотачиваться на дороге. Так я бы, наверное, его держала. А что ж ты сейчас его не держишь? Потому что. Ну? У меня сохнет попа, которую ты облила колой. В чем есть твоя рука? Попа, я сказала. Девочки, ну? Я вазелин проебала. Не понимаю, где он. По назначению где-то там. Вот что есть. Вармап. Помажь губёшки. Это не для... Ну, это, кстати, для них, но не очень. Но это в рот. Ну, понятно. Спасибо, что уточнила. Вкусно. Ноль калорий десерт. И последствия тёплые, сами знаете кто. Вот такое варенье варит моя бабушка. Я хочу шутить, но мне нужно проветриться. Мне некомфортно сидеть, у меня мокрая жопа. Так ну выйди проветришь. Что делать-то надо? Фен может? Поехали смотреть на реку. Коза же сказал, я хочу смотреть на реку. Смотреть на реку. Перестаньте задавать этот вопрос. Так подпишитесь на нее, да узнайте, где. Мы-то откуда знаем, блин, что за вопросы? Ну, девочки, вот вам смешно, а сейчас подумают, что как Виагру, третью новенькую взяли, блин. Да, блядь, ну и что такого? Я только от одной порчи отделалась, блин, сказала, что у меня мужа нет. Сейчас вот опять вот надо признаваться. В чем? Скажите, где сейчас Николай Тищенко? Ответьте мне, где Николай Тищенко? Ну, блядь, Николай Тищенко. Где Николай Тищенко? Что?
Что вот мне? Что мне Евгению Николаеву звонить, узнавать, что ли, где он? Вы-то не можете сказать? Мы нет. Где Тищенко? Суки. Куда дели? Увидимся в суде! Саша, не могу, я умру. Умри. Слушай, ты мне вообще что-то не нравишься уже. Говори, а не заговаривайся. Сказала А, говори Б. Началось, батл сейчас будет. Встретил бабу с ведрами, с полными ведрами, баба, к счастью. Да. Работа не волк. Работа ворк. А волк это гулять. А Волкин-стрит это что? Гулять по улице. Гуляние по улице. Вот. I'll be back. Это же цитата тут же. I go to school every day. I from Новосибирск. London of the capital of Great Britain. Of Britain. Yes. Ну и все. Yes, I know it. I'm sexy. Ты слышала, что я сказала? Я знать. Что ты сказала? Я еще знаю одну фразу. А, скажи. Какую? I'm very bad. Girl, наверное. I'm very bad girl. Закончи сама эту фразу. I'm very bad bitch. 500 рублей за лучший комментарий. Very bad. Я очень плохой пляж. Old beach. Old beach. Старый пляж. Very old beach. Да. Потасканный. Grandfather, grandmother. А как в это? Так мы уж что-то поняли, что. Мы уж хони-то давно расшифровали. А как будет шалашовка по-английски? Шалашовка? Нет, Юль, зе шалашовка. Как слышно, так и пишется. Зе шалашовка? Хе вообще-то. А я, знаете, знаю какое? Хардбрейкер. А ты знала, что в некоторых словах буквы пишутся, но не читаются? Знаю, например, как... Как знак. Как машина Туксан. Туксан. Сам. Нет, а есть лучше слова. Давай. Ну, то есть это типа такое, тут еще надо посмотреть. Ну-ка, это какие-то слова скажи, лучше, какое? Чем Тусан. Давай. Ну, например, the best. Ты же говоришь the, а пишется the. Ты же не говоришь the best. Так это не... Мы не пропускаем букву, а словосочетание букв дает другой звук. Другое давай. Так, подожди, сейчас. Не бросим глаз. Я говорила, а ты не запомнила? From. Мы же говорим фро. Мы не говорим фро. Что мы говорим, блядь? Мы говорим фобо. Мы говорим фыр, еще скажи, блядь. Нет, пишется фром, а говорится фром. А, подожди. Фром так и говорится, фром Раша. Ничего не тут не скрывается. Тебе селфи, Федор, что? Это твой телефон. Это тебе. Тебе Федора шлют. Фёдор, давайте вспомним, что за слова. Давайте. А, ну, Юль, ну мы же вот разговариваем. Ну вот, это популярные хат, слова. Хат. Типа... Хат. Мы говорим хат, а пишем хард. Правильно, Юль? Да. Мы говорим хард. Хардбрейкер что-то? Не хардбрейкер? Да. А, нет, а там слово не хардбрейкер, а хёдбрейкер. Это типа сердцеразбиватель. Сейчас да. Я выдохну. Ну. Ну вот. Хёрт. Мы же не говорим хёрт, мы говорим хёрт. Кто он? Завтрак. Брекфаст. А он так не говорится, брекфаст? Нет, не подходит. Нет, не то слово. Динер, 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 блядь. Динер, вот, динер, да. Р не читается. Нет, вы про брекфаст не бракуете. Там пишется ЦК. А ты же не говоришь. Это опять сочетание. Нет, Ален, это не... Мы не убираем это сочетание. А вот Дина, она правильно говорит, R не читается. Мы более с тобой популярные обсуждали. Black hole. Шалашовку вам написали. Черная дырка?
Кол это что? Ну, я только по смайлику поняла. Блин, ну так смешно было. Мы слова... I'm going to the magazine. Ничем не помогу, не знаю больше. Have, пожалуйста. Have, love. Не have, love. Да. Замечательный пример. Замечательный. Love, мы говорим просто love. Мы говорим просто love. А хотя могли бы говорить love. Я вот а могли бы говорить love. I love you. You, кстати. Ты же не говоришь wow. Я не говорю же you. Да. Ты говоришь you. You, да. Да. You, да. На, не на обеих? Нас же тут трое, как можно... На обоих. На обоих, если бы мы были с горячим членом. А, с тёплым, с тёплым. С тёплым, простите. Юля с нами... Короче. Конечно. Она телец. Юля с вами стыдно. И в принципе по жизни скучно. Ты чё, Гонза, блин? Мне не скучно. Она телец. Ну, я просто она телец. Вот и познакомились. Телец. Вот и сказочки конец. Да. Просто вы бы знали, какая она веселая. Вы бы офигели. Ну, мы... Они узнают. А какая она шустрая. Какая? Шустрая. Какая? Подруга. Юлька, Юль, у меня к тебе вопрос. Капля в рот, так сказать, и все, да, язык развязался у нас. Юль, вопрос. Ну так, Натали, давай. Чё ты как месяц-то закрываешь? Я сейчас кнопку как открываешь, и закрываешь. По календарю. А я сразу только поняла, что ты ID выложила. Думаю, наверное, месяц. С вами разговаривает мастер элит на секунду. Наташ, когда мэрс? Когда будет 3 звезды. А когда будет 3 звезды? А вы узнаете из анонса о вручении. Я вас приглашу. Ладно. Да не дай бог, блядь, променять Каен на мэрс. Вы чё, блядь? Конечно, я понимаю, что у меня сложности, но не до такой же степени. Я справлюсь, девочки! Я клянусь, вы же со мной. Не возьму кредит, да? Я под прикрытием Жени Николаевны. Почему ты у меня не спрашиваешь, как я месяц? А я знаю, ты мне сказала, мы вчера с тобой... Я хочу белую машину с откидным верхом. Ну ты хочешь, извини меня, Range Rover, но не Mercedes, ведь за 180, слава богу. Подожди, а ты просто задала вопрос, как месяц закрываешь? Ну, причем спроси... здесь такая международная компания. Не и мне... Она я не знаю, только так... в Инеле просто месяц закрывает, я понимаешь? По жизни месяц. У нее еще сейчас как бы этот, как они, квартал. Закрытие месяца, да, я знаю. Да, скоро еще квартал закроют. Квартальный отчет. Полугодие, главное, девочки, еще не за горами. Да нет, скоро годовой отчет. Кстати, годовой вообще пиздец. Надо годовой сдавать вообще по полной программе, иначе попадем. Все. Но... Особенно главный, сука, мать его, бухгалтер. Он еще здесь, нет? Даже не директор. Главбух. Пизда главбуху. Ой,
ладно, годовой еще и до годового есть. Какие мысли, ужас. По факту все, жизнь такая, не мы такие, Алена Алексеевна. Согласна, согласна. Надо вовремя все отчеты сдавать, потому что они в последний день горячку пороть, как будто петух жареный в жопу клюнул. А потом не знаешь, блядь, где печати, а где папки, блин. И где вообще что, черт попутал. И нехуй, блядь, брать на аудиторство 300 фирм, если ты, сука, вообще бухгалтер так себе. Понаберут аудита, потом не знают, куда деваться, бегают. Отчеты по налоговым в разных районах. Я, по-твоему, аудит? Нет, ты не аудит. Знаешь, по разным налоговым побегай, везде очереди ты позанимай. Глаза на лоб полезут, блядь. Поэтому вот. Подожди, я-то вообще-то бюджетная организация. Да, да. Нет, так ты понимаешь, что вот сидит бухгалтер в бюджетной организации, получает стабильную зарплату. У меня же тут написано, по соцкартам проходите. Да. Сидит, получает стабильную зарплату. Нет, сука, он же все думает, и рыбку съесть, и сковородку не помыть. Заметь, Юль, я не сказала нахуй сесть. Вот. И, короче, и говорит, возьму еще немножко подработку. И все, а это уже Орджоникидзевский район. Побеги, побеги в Орджоникидзевский район, сдай, когда ты в Ленинском сидишь. А страшно туда идти, это неизведанный район. Конечно. А ты по этим ОГРНам в жизни не работал. И вообще понятия не имеешь. Да. А там еще дочерних предприятий дохуя. Я загрустила, давайте. Да ладно ты, я мастер элит. Ты хоть осознаешь? Но заметь, в открытом входе не участвую, 200 не доделала. А я сделала. Да ты это сделала вообще. Я всех сделала. Ты сделала 200? Я здесь. 70? Не 70. 35? Я не 200, я читаю. Она что-то не стала в этой гонке участвовать. Я, да. В этой бессмысленной гонке? Я в следующем. Я в следующем. Понятно. Месяц догоню. Ну, ой, пусть тебе наставник позвонит, вправит тебе. Смотивирует, точнее. Смотивирует тебя. Why not? Почему нет? Maybe yes, maybe no. Ну что, мы не едем на реку смотреть? Показать вам реку? Мы вам сейчас такую устроим. Какую? Да. Ты что, не знаешь место у нас матёрое? Какое? Поехали. Ну какое, скажи, я поеду. Поехали. Ты знаешь, как она показывает? Вот здесь направо. Не-не-не, другое право. Налево. Не, другое лево. Дальше, вот здесь притормози. А, не, проехали, развернись. Если бы тебя слышал мой муж, он бы сказал, что слышит это каждый день, Юль. Я точно так же рассказываю, как ехать. Юля! Алена. Я еще, знаешь, как показываю повороты? Вот так. Вот я так. Вот так показываю. Ну, а я вот понятно. Ты вообще энергосберегающая. Вот так и вот так. Хорошо, что не вот так. Хорошо, что не глазами. А когда прямо так... Юля, просто говоришь прямо, она, а здесь направо, я говорю, прямо, а здесь, я говорю, блядь, прямо, прямо, это значит прямо, пока я не скажу, направо или налево. Поедем ты на речку. Налево мы уже проехали, все право. Ну, бывает, проезжаем, Юль, все мы люди, и я не робот. О, Игорь Борисович, Игорь Борисович, да нет, в эфир зашел. Игорь Борисович, это святой человек. Его все в Березовском знают, он святой. Святой отец? Да. Святой Игорь Борисович. Ну, поехали, пожалуйста. Ну, поехали, все, вырубаем, сейчас мы перезайдем. Нет, по дороге, по дороге! Нет! Ну, дайте я подзаряжу чуть-чуть. А что, ты не можешь вставить и ехать? Ты что кричишь? Куда я вставить? Куда? Зарядку. Могу. Откуда ты знаешь, как я его заряжаю? Блять, снова да потому, да ёбаный в рот. Где Тищенко Николай? Николай Тищенко где? Где Тищенко, девочки? Я
Тищенко! Тищенко где? Что там пишет? Скажи. Я тут. Куда делать? Что? Где Тищенко? Почему Тищенко не с вами? Подождите, я камеру протру. Тищенко потеряли, братулек, вы потеряли Николая Тищенко. Где он? Почему не с ними? Пристегаться? Да, пристегаться. Мы сейчас по всем нашим... Этим... Почему я должна если потрясать? Ты хочешь глотнуть... Ши, если ты хочешь глотнуть, не, тебя не осудим мы. Я глотай. Про то, что вы меня остудите. Остудите? Просто мне некуда телефон, у нее даже магнитика нет. Ну а в руке-то нельзя подержать? А в руке? Наташа, а я как тогда буду все делать? Усики. Ну сначала попей, потом покури, телефон никуда не убирай. Нет, нет, братулечек, не переживай, Тищенко снится только мне и Юльке. И вообще, где он? Где Тищенко, блядь? Все, поехали. Короче, через 15 минут мы вернемся. Мне надо хорошо. Мне дорогу объяснять. Хорошо. Просто не хорошо. Видите, напишите, что мы переубиваем друг друга. Хорошо, ладно, давайте. Лучше вам это не видеть, как я ей дорогу объясняю. Все.